Я оббежала, наверное, все спортивные залы, и, наконец, я нашла это место. В этой школе проходят не только занятия классических филиппинских единоборств, но также еще здесь практикуют специально адаптированный такой курс для жителей средней полосы, который, тем не менее, очень экзотично называется «Эскрима контратемпо». А что же это такое и в чем особенности этих занятий, я сейчас постараюсь выяснить. Традиционно знакомство европейцев с филиппинскими боевыми искусствами связывают с именем Магеллана. Он оказался первым и долго оставался последним из европейцев, познакомившихся с боевыми искусствами племени Лапу-Лапу, пав от руки тамошнего правителя. А вот это не просто палка. Она называется бастон, и это является одним из самых распространенных филиппинских оружий. Вот, и я уже даже немного научилась владеть. А вообще, конечно, философия контратемпо основывается на ритмах, что везде, вот во всем мире, на нас окружающем, все это связано с ритмом. Как восход и закат, вдох-выдох, рождение и смерть. Эх, мне понравилось. Еще немного попрактикуюсь и домой по вечерам ходить не страшно. Сергей, можно вас на минуточку? Наверное, во вкус войти. Классная штука. Жалко, розовых не было. Ну ничего, так стразиками обклеить и сойдет. А если серьезно, то эта вещь очень пригождается для того, чтобы оттачивать свои упражнения и чтобы партнеру было не больно. Так что видите, Рома, такой вид боевых искусств есть. И рассматривать можно эскрима контратемпо как возвращение к первоистокам. Ведь сложно представить себе воина, не владеющего оружием. А я уже себя практически чувствую Умой Турман. Где мой Тарантино?